Восток, Запад, кто когда, какой поэт, какой писатель, какой шейх, что сказал, все здесь, что вера, Библия, Коран. А, ну, мы знаем отношение к евреям какое. Обобрали страну, оборовали. А я захожу с другой стороны. Что дал этот народ великого? Как нам к этому подойти? Вот он золотым цветом. И три тома, с 23-го посвященных, 3600 лет, что было сказано. И разбирай себе страну по сети Библии. То есть в полной литературе практически этого никогда не было. В какую тематику занесли, тут увидите. Отдельная тема – это старообрядство. Самый капитальный труд – это Новый Завет. Полное толкование. Ну, смотрите, вы, допустим, открыли. Что? Благословение, пращи, архиерея, епархия. Все. Это книга, если ни одного архиерея. Ну и вот, там где симфония далеко. Здесь. На жития святых. Вот симфония. Ее никогда не было. Русский народ всегда жил на щетинине. Библии-то не было в руках. Это 12 томов, 1173 жития. Ну, человек слышал, но не знает, где это. Здесь одно припомнит. Там. Я помню, там его ударили мечом по голове. Ага, слово меч нашел, все, что про меч встречает, или обман. Какого числа, какой святой, и кратко еще так говорится. Найти. Благословение. Евтихий и Максим, Московская патриархия. То есть эти книги, они вне политики, но они захватывают практически всю нашу жизнь. Сказать, что книги аполитичны, это неверно будет. Они абсолютно обо всем, но без пригляда в глаза человеку, нравится это или не нравится. Здесь говорится так, как Бог сказал. Пророки говорили, обещали людей, они буквально на дыбу поднимали. Ну, глаголом же сердца людей, зачем его Пушкин писал? И он мне грудь рассек, еще мне это Бог дал пережить. Здесь есть, вот, я возьму вот эту, покажу. Это как бы автобиографище. Но она вся на документах. Пусть тогда строим православную деревню. А их уничтожено за последние годы 17 тысяч. Только на Алтае 1 200 000 гектар пустующей земли. Мы взяли участок земли, теперь там церковь, государственная школа. Но это было все непросто. Вот я арестованный веду. Это летят цветы. Это мне пришлось пережить все. Я сейчас вам покажу. А стихи ваши здесь? Здесь. Везде. Любой. А сколько? 8-9. Посмотрите. Это реабилитация. Это мои стихи. Вот они положены на музыку. Здесь наши дети. Но стихи рассыпаны по всем книгам. В это времена были такие по-другому. А теперь вот этот том я показываю, это священника зарубили Александра Меня. Сейчас сказали, миллиарды долларов, а не поможет, его нет. А это мои беседы с ним у него. И кроме того, это все выставлено на нашем сайте. Вот этот наш мой сайт, вот на нем в аудио. И на нем 4 государственных фильма о нашей работе. Один фильм занял первое место на международном конкурсе, второй – первое место в России. Это мои занятия в университете. Так что легкомысленных читателей у этого не будет просто здесь. Но если будут, то будут такие, у которых, говорится, жизнь вчерашняя задымится. Теперь объявляем, что раз книги библиотеки, мы в народе распространяем вот такое объявление. Приглашаю людей в храм, в библиотеку. Мы одно оставим вам приглашение, чтобы вы увидели. Я не скрываю отношение к библиотеке, я ставлю выше всех учреждений в городе. Без образования человек, он и в церкви тупой, он и в администрации не тупой. Это наш сайт, а это внизу сайт, это мои телефоны. Это мои занятия в университете. Я в пяти университетах вел занятия, первую программу. В среднем я так показал, где я, о чем. Теперь смотрите, необычность какая. Вот это жития святых разбирается. Вот мое стихотворение сейчас покажу. Оно не просто стихотворение, а так никто никогда не писал. 9 куплетов, 4 строчки. И напротив каждой строчки откуда-то взята из Библии эта мысль. И когда человек считает стихи умно, да поздно, я говорю, вот где написано, да тогда еще умнее вы еще знаете где. То есть это не мое, я себе не могу приписывать, это 100 крат выше моего уровня развития. Вот оно все здесь. И везде имеется подтекст, называется экстраполяция событий, перенос во времени. И не просто к нашему времени, а конкретно к каждому. Ты считаешь, и тебе уже делается... Петь ваши стихи можно? Можно. Вот я покажу здесь. Вот это первое, которое у меня вышло.
И они, вот они, эти стихи, положены на музыку. Сейчас. Но на сайте или в Mail.ru, на Фейзлак не дадите, там где-то около 80 стихов, которые поются, исполняются. Это мы вам оставили. Если, допустим, я буду с автором, ну я, допустим, на ваши стихи положу. А я благословляю. И спою. Пожалуйста. Они легко, это все музыканты говорят, легко кладут, бывает нельзя. Но у меня рифма такая тяжеловесная, потому что я вгоняю библейский текст. Как я говорю, пинками вгоняю ее в рифму. Но что, рифма необычна, это все поэты говорят. То есть они не подражают никому. Хотя у меня есть любимые писатели, поэты, как Надсон. Я пою шансон. Пожалуйста, вы найдете здесь. Смотрите, это не 2, не 3, а 3467 стихотворений. Вот здесь вот найдете, вот опять новая открылась, как называется? Где восхорониться, помолиться. То есть спрятаться, чтобы никто не видел. А дальше из этого идет. Патриарх Алексей сказал, второй, отучили людей молиться, отучили трудиться. Вот поэтому мы сидим на этих развалинах. И спрашивают, можно ли, мы конкретно показали, можем. Вот я веду занятия в университетах, я ни рубля не получил нигде. 17 лет сотрудничаю с тюрьмой. Почему? Потому что я знаю, о чем он думает. Я сам каторжник. И поэтому тот настрой, который я ему передаю, он легче переходит, чем от того, кто там не был. Они знают, что я один из них. Понимаете, надо, ну просто человек, отзыв, душа начинает, как они нитки протягивают. Это все здесь сказано. Ну, половина, вторая, это мои проповеди вот, в храмах разных. Мне Бог дал это тогда. Андрея Кураева слышали? Знаете, вот он приезжал, у него все книги эти. Критиков было много, но выступлений ни одного. Недавно был разговор в присутствии нескольких епископов, я крепко задеваю, что вы не делаете. Патриарх вернулся сейчас из поездки и говорит, духовный развалин православной церкви. Духовный, так я вон поехал по лучшим местам, он бы к нам заехал, где мы едем сейчас на машине. А развалин нет, там вообще ничего нет. Там выжженная пустыня. Так, я попрошу сосчитать. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ну и все. А книжные записи я пошел. Труднее всех книг давать мне вот это. Она меньшим спросом пользуется. Это симфония на неканонические книги, которые еретики сектанты не признают. И составил я ее на основе Вернигородской, есть такой, наилучший вариант, где глаголы сведены в одну, все в одну. Я шел. Еду, его легко искать. Допустим, ты вспомнил, есть такое какое-то выражение, что если встретишь мудрого человека, то и стирай пороги дома его. Ты вспомнил слово порог? А, на порог. Порог? А, стирай пороги дома его. Найти. Она тоже издана. Вот она. По благословению. Тем более Ишимский. Ишимский. Для вас какое еще где-то доброе дело? Я это отдаю с любовью. Не с жадностью, ну то есть я весь здесь по технике. Для меня у нас у детей в лагере висит лозунг «Россия должна встать». А внизу «Россия» там, и вот такие там сопляки, они «Россия» это мы. Смешно, конечно. Помощи не рубля за 40 лет, нынче 40 лет в лагере. И чужих детей воспитать. Вот услышали в интернете, к нам прилетела директор Кэстонского института основы. Посмотреть, как может добиваться. У нас, говорит, свои там проблемы, я слово «проблемы» не люблю. И она там приходит, смотрит на профессора психологии, и наконец-то выводит, главный движитель, все, в лагере через большие буквы не будет. А у меня строго, шепотом слово за столом, не скажу. Напротив каждого стола дежурный, толпачке, каждый показывает, первый, половина или два, или три, молча. Приехал начальник летного училища, там Акопян, трехмерных летного училища, такой дисциплинный. Знаете, легли спать, ни одного слова нет. Почему? Воспитывается будущее поколение. Во время игры и где-то девочки даже не за пальцем прикоснулись. Это целомудрие и стыдливость. Но везде, за стол, везде первые мальчики. Это охранитель, это священник, это судья, это мозг. А ты должна идти с ним, и ты будешь вот как у мусульман. Он с четырьмя поправляется, а ты с одной не знаешь, как от одной и другой относишься. Так, мы уходим.
Желаю вам наилучшего. Вообще-то бумагу.